А нам жарко, да? Да, ну жарко, у меня батарею ближайшую выключу. Конечно, не жарко. Или что там? Блин, Павлику холодно, есть жарко. Да слушай, я не думаю, что ему сильно холодно будет. Ничего страшного. Небольшой перепад температуры. Ей в тепле надо быть. Раненые и больные должны в тепле находиться. А вот у нее все, по шортик пошел. Это следовало ожидать. Конечно. Ничего. Довольная что-то такая. Ну, спокойная. Я говорю, она спокойная. Может, она бешена? Нет, она не бешена. Неси. Пойдем, мой хороший. Пойдем, Патрикевна, пойдем со мной. Ой, болит внутри.